Так, здравствуйте. Меня ребята на Oil Club попросили сравнить два фильтра для Nissan, оба Nitto с технологией EcoFix. Один у нас ND111, вот здесь вот маркировка видна, 4ND111, другой у нас 4ND110. Что хочу сказать, вот именно если сравнить их в одном кадре. Как видите, клапана противодренажные, они идентичны. Клапана перепускные, они идентичны. Позже в отчете в Oilclub вы увидите сработку их давления. Я думаю, они будут идентичны. Вот. По поводу резинок. Круглые. Вот давайте вот так. Да? Круглые резинки, да вообще как будто от одного и того же. Здесь М, здесь М. Вот. Отличаются эти фильтра высотой корпуса. Да? И соответственно фильтрующим материалом, фильтрующими катушками. Вот разница непосредственно между ND111 и 4ND111 и 4ND110. Вот она вся разница. У одного 6 сантиметров высота, у другого высота ну почти 5, 4,7. То есть вот этот фильтр, в нем больше площади фильтрующего материала, соответственно, он должен больше в себе собрать стружки, загрязнений в масле находящихся. Вот и все, все различие. Всем спасибо, сейчас я их запотаю, разрежу и, может быть, даже еще сравню по фильтрующему материалу. Именно наглядно, чтобы было в одном кадре. До свидания.